Мы имеем сегодня налицо определенный этап гибридной, прям скажем, войны против Беларуси. А как ее иначе назвать? Средства массовой информации, информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась на самом высоком уровне. И не только еще не устоявшиеся главы государств наших соседей в открытую заявляют о повторных выборах в Беларуси, вмешиваются в наши дела и так далее, уже открыто начинают давить на Беларусь. На лицо дипломатическая война. Посмотрите, что творится на внешнем контуре наших границ. Мы огромные деньги, ресурсы вынуждены тратить на то, чтобы стабилизировать обстановку на западных рубежах нашей страны. Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет к Польше. Они уже в открытую об этом говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится. Это я знаю определенно.